Международный валютный фонд пригрозил Украине прекращением финансирования. Программа помощи на 17,5 миллиардов долларов может быть свернута из-за нерешенных проблем с коррупцией и проведением реформ, в частности, в том, что касается госуправления. Об этом заявила директор распорядитель МВФ Кристин Лагард. Она упрекнула Киев в отсутствии заметных усилий для изменения ситуации. На это тут же отреагировал украинский Нацбанк. Сотрудничество с западными кредиторами там считают жизненно необходимым, а задержка выплат, как отмечается, негативно скажется на финансовой стабильности государства и благосостояние граждан. Сейчас Киев ждет от фонда лишь третьего по счету транша, хотя изначально предполагалось, что только в 2015 году их будет четыре.